Спасибо. Муж с женой лежат в кровати, отдыхают. Она говорит: Рома, у меня такой своеобразный вопрос. Скажи, пожалуйста, а если я умру, ты снова женишься? Да ладно тебе! Нет, скажи! Да ну, скажи! Ну, наверное, да, но я молодой. Понятно. Она будет жить в нашей спальне. Ну, понятно, где нам еще жить-то? Ну, вместо моих фотографий будут стоять ее фотографии. Ну, да. Она будет водить мою машину. Нет, а у нее прав нет.